Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня я покажу вам, как вести набросок. Я буду работать двумя маркерами разных цветов, светлым и темным, чтобы вам было лучше видно. А вы ведите работу карандашом, а сверху, когда я начну темным маркером, вы начнете либо линером, либо маркером. То есть я использую маркер для того, чтобы вам лучше было видно. Итак, начинаем набросок мы всегда с рамки. Рамка нужна для того, чтобы каждый раз, когда вы рисуете набросок, вы задавались вопросом, какой мне нужен формат для этого изображения. Вертикальный, горизонтальный, либо квадратный. В моем случае это будет квадратный формат. В самом конце наброска я всегда буду возвращаться к рамке и вносить уточнение, попал ли я или где-то я рамку буду смещать. Таким образом, в каждом наброске вы будете прокачивать свое чувство композиции, то есть вы каждый раз будете ставить себе эту задачу и каждый раз за этим следить. И в очень скором времени вы научитесь компоновать рисунок внутрь листа, внутрь своей рамки и сможете от рамки отказаться. Но первоначально это задание необходимо. Значит, первое, рисуем рамку нужного формата. Теперь я ставлю крайние точки, за которые я постараюсь не вылезать. Помните о правилах композиции, что внизу до предмета мы оставляем всегда место чуть больше, чем сверху. А чтобы предмет смотрелся по центру листа, внизу всегда расстояние надо оставить чуть больше. Я нарисовал крайние точки. Теперь легкой линией я намечаю общую форму без деталей. Просто смотрю и иду по кусочку. И глазами все время бегаю туда-сюда, туда-сюда. Легкой линией. Вы сейчас рисуете карандашом, не забывайте. Как бы бессильной поработкой легкой линии я просто веду рисунок и не просто обвожу форму, а захожу внутрь. Внутрь формы обязательно. Чтобы мне не получился просто голый силуэт. Так. Как-то так. Значит, я наметила легкой линией. Теперь я смотрю на свой набросок и вношу уточнение. Никогда не рисуйте одну какую-то часть полностью до конца, когда остальное не нарисовано. Всегда ведите работу стадиями. Сейчас стадия первого наброска, она готова. Теперь я вношу уточнение. Чтобы вам было лучше видно, я могу сейчас работать как-то больше пятном. Я вношу уточнение какими-то могу массами, например, закрасить. Неважно, каким материалом вы будете работать, здесь самое главное понимание принципа. Вношу уточнение, стараюсь вести красивую линию. То есть, если я веду линию, я слежу за ее красотой. Слежу за складочками. Если складочки какие-то заходят, тоже могу придать какое-то пятно, например. Колени. Здесь тоже какие-то идут свои складки. В принципе, мне достаточно информации, чтобы переходить к следующей стадии. Теперь вы берете линер либо маркер, а я беру маркер более темного цвета и теперь повторно еще раз прохожусь по наброску. А самое главное, что вы сейчас не обводите все те же линии, не дублируете их, вы еще раз себя повторно проверяете. И если где-то линия не совпала, вы рисуете так, как должно быть, а не так, как у вас нарисовано. Поэтому я сейчас внимательно уже веду работу от куска и по кусочку вношу коррективы. Я смотрю,
на изображение или на натуру, если она же сидит живьем перед вами, и на рисунок. У меня глаза бегают туда-сюда, туда-сюда, и я все время сравниваю. При этом не должен двигаться мой торс и голова. У меня должны двигаться только глаза. Они должны бегать туда-сюда, туда-сюда. И тогда я смогу поймать вот эти вот нюансы, где я ошиблась, где поправить, а где у меня все хорошо нарисовано. И теперь я могу уже пройтись по тем линиям, которые правильные, наметить какие-то новые детали, пройтись по ним. Но не забывайте, что этот набросок, и мы не будем его рисовать 30-40 минут. Это набросок, и у нас на него времени 3-5, ну максимум 7 минут, которые мы можем себе позволить. Поэтому все равно работу надо вести быстро. Теперь более внимательно проверяю, могу добавить каких-то графичных линий. Перепроверяю. У меня в первый раз получилась очень длинная шея. Я сейчас чуть-чуть попробую это поднять, чуть-чуть плечо, капельку. Внимательно, внимательно. Каждый кусочек линии, каждый отрезочек я внимательно еще раз проверяю. Еще раз смотрю, как там на самом деле должно быть. И только тогда рисую каждый кусочек. Никакого обводить, просто обводить. Это не наш вариант. Я хочу, чтобы вы учились рисовать, анализировать, а не просто срисовывать натуру. Хотя навык срисовывания, он тоже исключительно полезный. Но это только навык. Все-таки хочу, чтобы вы рисовали, думали о том, что вы рисуете, и были предельно внимательными. И, кстати, не обязательно прорисовывать все. Можно оставлять дырочки, можно оставлять непрорисованности. И это все в зависимости от того, как вам хочется. И чтобы набросок был интересным, как раз нужно играться с этой степенью прорисованности. Где вы это делаете, где это не делаете. И тогда вам будет интересно, и работы будут получаться интересными. Все, мой набросок готов, и теперь, как я и говорила, я возвращаюсь к рамке и правлю рамку. Где-то, возможно, мне не хватило пары миллиметров, где-то, возможно, пара миллиметров оказались лишними, а где-то, возможно, мне нужно добавить аж целых 6 миллиметров. Почему? Еще раз напомню, потому что мы по композиции место до рисунка внизу должны оставить больше, чем место, которое мы оставляем сверху. Все, мой набросок готов. Спасибо, что были со мной. С вами была Дарья Поздняк. Пока-пока!